Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Особое внимание в обращении Путин уделил задачам в экономике, социальной сфере, внутренней и внешней политике. Подробно глава государства остановился на теме здравоохранения. Так, по словам президента, на развитие санитарной авиации в следующем году планируется выделить более 3 миллиардов рублей. Также он подчеркнул, что необходимо продолжить работу по развитию высокотехнологичной медицины. Объем предоставления таких услуг за последние 10 лет возрос в 15 раз. Кроме того, президент затронул тему строительства перинатальных центров. В 2018 году их число в России должно достичь 84. Что касается работы медперсонала, то необходимо освободить врачей от бумажной рутины, позволив им заниматься своими прямыми обязанностями, то есть работой с людьми, сказал глава страны. Однако проблем в отрасли все еще достаточно много. Проблемы в здравоохранении сохраняются в целом, их еще очень много. И прежде всего они касаются первичного звена. Его развитию необходимо уделить приоритетное внимание. Граждане зачастую сталкиваются с очередями, с формальным, безразличным отношением к себе. Врачи перегружены, трудно попасть к нужному специалисту. Нередки случаи, когда поликлиники оснащены новейшим оборудованием, а у медицинских работников элементарно не хватает квалификации, чтобы применить это оборудование. Начиная с будущего года на базе федеральных и региональных медицинских центров и вузов будет организована регулярная переподготовка врачей. При этом специалист с помощью образовательного сертификата сможет сам выбрать, где и как повысить свою квалификацию.